Всем привет! Я с вами хотела поговорить по поводу мастер-класса на вот этих вот уточек. Я их недавно связала, вот три одинаковые уточки у меня заказали, просто именно одинаковые. Я выставила видео и фотографию у себя в Инстаграм, и мне прям много сообщений пришло с вопросом о том, есть ли мастер-класс на эту уточку, можно ли его купить, входит ли туда одежда, ну и тому подобное. Поэтому я решила записать вот такое вот видео и сказать вам, напомнить, что мастер-класс на такую уточку у меня есть здесь бесплатно на вот этом вот YouTube-канале. Ссылочки я оставлю в описании под видео и также, может, здесь в подсказках в правом верхнем углу. Переходите, вяжите, мастер-класс там несколько частей, отдельно у меня, по-моему, на уточку есть. И потом еще на одежду, сумочку, повязку, в общем, все-все-все, вот полностью вот этот вот образ есть у меня на YouTube-канале. Единственное, что я вот здесь повязочку уже связала по-другому, если вам вдруг нужно, тоже вы не знаете, как связать именно такую повязочку, то напишите мне в комментариях, я сниму такое видео. Если сами разобрались, ну, вяжите так, как умеете. В общем, уточка эта большая, где-то 30-32 сантиметра. Мне многие в комментариях и в сообщениях пишут, что голова очень большая получается, непропорциональная. Ребят, так и задумано. У меня эта уточка, она в принципе огромная, вот именно в объеме, не только в длину, там, да, в высоту. Она большая в принципе. Вот голова, как вы можете видеть здесь, она такая круглая, она довольно большая. Я хотела померить вам объем головы, но я их уже отправила, поэтому у меня ее нет в наличии, я забыла это сделать. Если я буду вязать еще такую уточку, то я замеряю голову, сколько она сантиметров, чтобы вы тоже понимали примерно, вот как у меня это. Ну вот и все, что я хотела сказать. Всего вам самого прекрасного, вяжите с удовольствием, пока-пока!